Любовь — это такое чувство, когда тебе нравится человек. Но если выйдешь за первого встречного, он окажется очень большим козлом. Так что мораль, выходи за второго. Я не знаю, это когда один мальчик любит девочку. Когда они целуются и обнимаются. Это любить всех. Да. Сильно. Сильно любить? Любовь — это когда два человека любят друг друга. Это когда, например, человек чувствует, что кого-то любит. У него сердце замирает, когда он видит этого человека. Чувство. То же самое хотел сказать. Это когда тети и дядя хотят пожениться. Это когда дядя и тетя любят друг друга, женятся. Это когда мальчик и девочка любят друг друга. Любовь — это с первого взгляда. Любовь – это отношения между мальчиком и девочкой. Не знаю, это какое-то ощущение больше, чем дружба. Любовь – это чувство, когда ты веришь другому человеку. Любовь – это чувство, когда, счастье, ты испытываешь кому-то чувство и понимаешь, что ты любишь этого человека. Это как… не знаю. Ничего. Для меня любовь — это небывалое чувство, скажем так, это кайфа, что ли, как это назвать? Ты сейчас влюблена? По идее, да, влюблена. Но моя любовь живет в Омске. Ему 15 лет, а интернет не работает. Это когда люди влюбляются, но первый встречный всегда оказывается козлом. Я не знаю, что такое любовь. Расскажите, что такое любовь? Любовь — очень прекрасное чувство, когда чувствуешь себя и, как говорится, бодрым, и смелым, и жизнерадостным. И когда чувствуешь, что тебе все нравится, и ты нравишься людям. Такое обоюдное чувство тогда хорошее. Любовь? А фиг знает. О, любовь — это... Не знаю, как объяснить. Это, надеюсь, то Валентина, да, вы решили опрос такой сделать? Да. Что такое любовь? Знаете, наверное, сложно ответить, потому что у каждого она своя. Каждый любит по-своему. У меня любовь превратилась в то, что я в прошлом году вышла замуж. Поздравляю. Да, спасибо. Вот, я ждала этого человека, и получилось так, что вот мы встретились. Вы меня расстали расплох. В общем, любовь — это круто, вот что я могу сказать. Ой, не знаю. Это когда, короче, нравится, там бабочки жуются, вся эта хрень. Любовь — это доверие, понимание, это нереальное чувство на самом деле. Вот. И у меня есть такая, я очень рада. Мне любовь — это когда ты любишь человека за его недостатки больше, чем за его достатки. Любовь — это всем присвоенное нам чувство, которое, мне кажется, ощущает каждый человек, который не может без этого. И, я желаю всем на 14 февраля быть любимым и любить. Любовь — это преданность, верность и взаимопонимание. Трудный вопрос. Это по факту это эмоции и чувства, но вообще это смысл жизни.